К кухонному блоку почти одновременно подошла вся братья с фон Браун. Мужики, быстро сообразив, что до начала завтрака в гальюн попасть не успеют, матерились и делились на тех, кто решил быть чистым, но голодным, и тех, кто вместо душа предпочитал тушеное мясо. Первых оказалось немного, туалеты имелись и на такшибах. А вот мясо с овощами в бортовых рационах отсутствовало. Наслаждаясь чистотой тела, Денис натянул свежий комплект формы и, растолкав опять прикорнувшего стюарта, пошел на завтрак. В столовой благоухало мясом и специями. Одно из самых больших помещений жилого модуля, оно уступало размерами лишь тренажерному залу. Тебя.
зеленого нет, еду на красный свет. Нет, еду на красный свет.